Ольга Сквірська, поетеса, організатор літературно-краєзнавчого фестивалю «Спаський трамвай», член Національної спілки письменників України та Національної спілки журналістів України. У творчому доробку дві книги – збірка поезій «Василькові буси» і збірка поезій «При жовтих снах». Доброго ранку, я дякую, що завітали до нас, тож будемо говорити про Спаський трамвай. Події, яку вже багато хто знає в нашому місті, але, можливо, дехто ще не чув. Отож, я думаю, що логічно розпочати з того, що ж таке Спаський трамвай, що це за подія, що відбуватиметься 1 вересня. Здравствуйте. Так, доброго ранку. Спаський трамвай – це литературно-краеведческий фестиваль, который появился в нашем городе 3 года назад, в августе 2015 года. И вот 1 сентября, в эту субботу, он будет проходить уже в 7-й раз. Так, 7-й раз, а от давайте пригадаємо саме перший Спаський трамвай. Я знаю, такі були важкі, організаторські, там будні, дуже хвилювання. От ви пам'ятаєте ваші відчуття і емоції тоді, а це вже сьогодні в 7-й раз відбуватиметься? Конечно, помню, это было, да, трудно, потому что все было незнакомым, я такого никогда не делала, но и безумно интересно, собственно, возможно, поэтому, потому что я поняла, насколько это здорово, и получила такие эмоции, что мне захотелось продолжать, и поэтому, собственно, фестивалю уже 3 года, и он проводится в 7-й раз. Эмоции были сумасшедшие, это было, ну, как какой-то взрыв. В позитивном смысле. Проходило все это в доме отдыха «Коммунар» на Спортивной 13. Очень романтическое место, хорошо знакомое николаевцам. Было около 100 гостей. И, собственно, вот тогда сформировался костяк авторов, которые теперь постоянно принимают участие в «Спасском трамвае», но каждый раз у нас есть какие-то гости, какие-то изюминки, чтобы каждый Спаський трамвай был не похож на предыдущий. Ну, ми про це обов'язково поговоримо сьогодні. А от учасники, ті, хто приходили на Спаський трамвай, напевно, що це ж вони були такими натхненниками, що треба ще, 2, 3, 4, 5 організовувати. От хто взагалі публіка? От давайте, скажімо так, публіка фестивалю. Публіка різна. Скажем прямо, да, я пыталась выявить какую-то целевую аудиторию, не знаю, наш круг. Ну, в основном это, наверное, молодежь, но когда я вижу, особенно у нас же Спасский трамвай состоит из 2 частей, это трамвайная экскурсия и, собственно, литературное чтение. Иногда бывает так, что одна группа людей приходит на трамвайную экскурсию, а на чтение приходят другие люди. Да, тобто, ну, не від самого, да, от початку змінюється. Да, да, да. Вот. Иногда бывает так, что те же люди, которые в трамвае, они переходят и на поэтические чтения. То есть публика очень разная. Есть и люди в возрасте, есть молодые родители с детьми, и дети приходят к нам. Ну, то есть совершенно разные. А от ідея, от яку мету ви несли з самого початку створення такого фестивалю, і чи думали ви, що будемо мати вже аж 7-й на своєму рахунку в Миколаєві такого роду свята? Ідея була в тому, щоб, одна із ідей, мабуть, щоб підтримати фестивальне движення в нашому місті, поскольку у нас до 2000, ну вот трамвай з 2015 року, до этого времени у нас проводився в місті всеукраїнський фестиваль «Ватерлиния», но на тот момент он уже перестал проводиться по определенным причинам, но очень хотелось чего-то такого вот литературного, большого. Город у нас богат на хороших поэтов, хороших авторов. И вот мы с ребятами, молодыми авторами, поэтами решили, что надо что-то такое провести. И вот, собственно, поэтому, да, никто не думал, что будет такое большое продолжение, ну, так получилось, і я цьому рада. Ну що ж, переходимо до родзинок нинішнього фестивалю. Нагадую, що він відбудеться в суботу 1 вересня. Він буде незвичний. Написано в анонсі, і, можливо, що останній раз. Чому? Внимательно прочитали. Так. Да, необычен он будет тем, что впервые в истории фестиваля он будет проводиться на территории Николаевской обсерватории. И он и назву еще имеет, да, незвычно? Да, собственно, место проведения дало и название фестивалю. Каждый раз фестиваль называется, имеет свое имя, и в этот раз он будет называться «Билет на Луну». поскольку в обсерватории. Ну и потом, я очень люблю эту песню «Ticket to the Moon», да, знаменитую, поэтому вот, да, такое название «Билет на Луну». Действительно, в мае я побывала впервые в своей жизни в нашей обсерватории на Дне открытых дверей. Когда я на все это посмотрела, во-первых, энергетика у места замечательная, во-вторых, место старинное, в-третьих, это вершина Спасского холма. Ну, по-моему, сам Бог велел, чтобы Спасский трамвай хоть один раз прошел в этом месте. И директор обсерватории сразу же, да, воспринял эту идею, и мы легко договорились о том, что кроме того, что фестиваль пройдет на территории обсерватории, обсерватория еще и проведет нам экскурсию по территории, по зданию. И, что самое главное, после окончания чтений мы сможем понаблюдать за ночным небом в телескоп. Що може бути краще? Ви знаєте, що це мрії багатьох миколаївців поспостерігати в телескоп. Конечно, да. Ну и потом немаловажно то, что фестиваль у нас бесплатный, то есть вход на все мероприятия свободный для всех участников, для гостей фестиваля и на территории обсерватории в том числе. То есть мы сделали так, чтобы для николаевцев, которые придут, все это было бесплатно. Буде ще спеціальний гість із Одеси, якщо я не помиляюсь, так? Розкажіть про це. Это будет замечательный поэт Евгения Красноярова. Она уже приезжала к нам однажды. Это было на второй трамвай осенью 2015 года. Я очень люблю Женино творчество. Она, ну, просто... Да, и потом, когда я позвонила ей, пригласила и сказала, что тема космос и все, что с ним связано, потому что в обсерватории, она была в восторге, потому что астрономия – это вообще ее тема. У нее очень много. Да, вот так сошлось. Я очень хотела ее видеть еще раз, потому что то ее выступление, оно меня просто поразило. Кроме того, что у нее потрясающие тексты, она умеет их так подать. Она очень скромный, сдержанный человек, и у нее такая подача, ну вот... В общем, надо прийти послушать. Я думаю, що в этот раз це буде. І тут варіант, коли треба побачити, послухати. Це не єдині родзинки, ще смаколиками, здається, пригощати будете, якщо я не помиляюсь. Фудфорт буде такий собі. Да, у нас буде... Вот, собственно, что у нас будет продаваться, это будет продажа. Это николаевский кондитер Маша Кичаева, которая заняла 3-е место на проекте «Николаевский торт». Да, она испечет свои печенья, пирожные и так далее, и наши гости смогут это покупать. Ну, кроме того, там я пригласила еще машинку, которая продает чай, кофе, лимонад, и вот тоже, чтобы... нашим... Я вас, вибачте, уже космічно звучить. Запросила машинку. Уже по-космічному навіть. Да, ну просто мне всегда хочется, чтобы литературный вечер это было не официальное строгое мероприятие, а чтобы это было в удовольствие, чтобы люди чувствовали себя расслабленно. Но я думаю, чашка кофе способствует этому. Абсолютно. У котрій розпочнеться? Давайте нагадаємо. Да, значит, в 5 часов вечера мы собираемся возле сказки на улице Декабристов, и в 5 часов, там плюс 5 минут, возможно, подойдет трамвай, наш спецзаказ, номер 4 единицы, и вот от сказки мы стартуем с трамвайной экскурсии, которая пройдет по Спасскому спуску, возле яхт-клуба, повернет, и, конечно, у нас будет возле ДК «Строителей». Экскурсию будет проводить наш постоянный экскурсовод, краевед Евгений Парамонов. Потом у нас переход от ДК «Строителей» в обсерваторию. И в 6 часов в обсерватории начнется экскурсия по территории обсерватории. И где-то около 7 начнутся поэтические чтения. У нас в этот раз принимают участие также и музыканты, как обычно. Это будет Сергей Карабут и девушка, которая еще у нас не играла. Это гитара-вокал Крис. Я приглашаю всіх ніколаївців прийняти участь в нашому фестивалі. Дякую вам. Я думаю, що обов'язково візьмуть участь. І все ж таки думаю, що буде ще Спаський трамвай номер 8. Ну, ще цифрою безкінечності, да? Знаєте, я взагалі настраюсь на те, що це буде останній Спаський трамвай, поскольку хочеться вже другого формату, щось нове. Да, но вот, когда я размещала материалы по Спасскому трамваю, Олег Духовный, наш автор, постоянный участник, поэт Николаевский, прислал мне четверостишье Мандельштама о том, что у него есть, идет по городу трамвай, такой пустой, такой восьмой. И я подумала, может быть, восьмой тоже нужен. В цьому щось є, так? Поэтому это еще не точно, посмотрим. Ну, але щось буде абсолютно. Я знаю, що творчі люди, такі як ви, Ольгу, не зупиняються, і ви обов'язково щось вигаєте, ну а нам залишається лише чекати. Але чекаємо 1 вересня, дякуємо за запрошення, гарного проведення, я думаю, що багато людей буде. Ольга Сквірська, організаторка проєкту «Спаський трамвай», була в нас в гостях.